У гэты дзень у гіпермаркеце шматлюдна не толькі каля касы. Уздоўж калідора размясцілася імправізаваная грамадская прыёмная. Прымаюць усіх бясплатна і без папярэдняга запісу. Зарадзіць інсульт можа толькі гэта. Это очень важный момент. Артериальный тиск тут вымирают на высокодокладном сучасном приборе, который выявляет сердечную аритмию. Отриманная информация не застается просто личбами, а сумуется с данными об индексе массы тела, узровне стресса и показчиками холестеринового обмену. Усю разом дает отказ на питание. С сосудами усе у парадку те треба терминово примать меры. А коли звоночек прозвенел, то что робить? Больше витаминов всех жирных витаминов, плюс витамина D. Я просто прочитала в интернете. Специально приехала, чтобы посмотреть. Конечно, болезнь, следить за своим здоровьем. Прочитала в газете и специально пришла в корону, чтобы измерить давление. Сейчас еще пойду холестерин измерить. Вроде бы себя хорошо чувствую, что и не хочется идти к врачу. А тут, ну что, пришел, померил. Нужная акция, нужная. Буйные брестские магазины «Сердечный патруль» наведывая не у первый раз, акции уже несколько годов. Два года тому брошанка Лариса Янина у этих специалистов уже консультовалась. Говорить, парады выконывала, и выник не примусил себе чекать. Я стала меньше весом и немножко ниже. Холестерин не смертельно, да. Впечатление самое лучшее. Во-первых, очень любезная доктор. Разговаривает как с ребенком. Все абсолютно, никуда не торопится, все объясняет, все понятно. Это самое главное. Да, все мы хотим одного – быть здоровыми. Поэтому я, конечно, за собой смотрю прежде всего сама. Эффективность таких акций отмечают и медики. Примерно, наверное, 10% от тех людей, которые прошли, это люди с впервые выявленным повышенным артериальным давлением, которым сказали впервые, что у них есть эта проблема. И они тогда начинают контролировать себя, следить, и тем самым снижают риск развития острых сосудистых катастроф. Кроме того, привлекаются к этой проблеме не только терапевты, но и неврологи, офтальмологи, которые определяют и неврологический статус, окулисты смотрят на глазное дно, а по глазному дну они определяют состояние сосудов мозга. Это тоже является профилактикой. С встречами у магазинах на этот раз медики не обмежевались. Праз несколько дней провели массовую бесплатную консультацию у центральной городской больницы. На протягу нескольких годин докторы на чале с головным кардиологом в области Натальей Побиванцевой учили правильно вымирать артериальный тиск, отказывали на пытание, подказывали, на что звертать увагу у организме, как не опынуться на больничном ложку. Что такое на самой справе холестерин и чему медики голосуют за статины у лечения атеросклерозу? Даже дело не в гликодограмме и не в холестерине. Вы представляете, сосуд и бляшка, да, сидит атеросклеротическая. Так вот, последнее исследование, ну, лет 5-8 подтвердило, что статины держат эту бляшку как в узде. Они не дают ей как прыщу на рыбу разорваться. Запотребованность сердечного патруля видовочная и эффективность так само. Тому акция, говорить в областном управлении охраны здоровья, обовязково протягнется. Але не только на докторов треба сподеваться, говорить самые сведомые ее удельники. Все в наших руках. Есть понемножку, не наедаться, радостно ходить, позитивное отношение к жизни. Алиса Григорчук, Тиграна Копян, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».